Друзья, всем привет! В этом видеоролике мы поговорим про BMW 320. Ребята, это тот автомобиль, который я лично хочу сейчас с удовольствием забрать. И думаю, многие из вас, досмотрев этот видеоролик до конца, тоже захотят забрать. Вот давайте обо всем по порядку, я даже не буду размазывать кашу по тарелке. 2017 год. Такой кузов продается и по текущий день. Обновление будет в 2019 году. Суть. Год назад человек забрал этот автомобиль в комплектации 320 X-Drive M-пакет по цене 1 миллион 870 тысяч рублей за наличный расчет. Сегодня такой автомобиль можно забрать за те же самые деньги. 1 900 000 за наличку вам машину отдадут. Что вы получаете? Двигатель 2 литра, 184 силы, разгон паспортный 7,4 секунды. Клиренс у автомобиля 145 мм, что многих смущает. И в M-пакете бампера, конечно, обвесы очень низко расположены. Вы в городе, ну, можете цепануть запросто. Вот простой бордюр, подъезжаешь, притрешься. Но пробег у нашего автомобиля 17 тысяч, он уже повидал зиму, проблем нет. 18 колес у нас на Ранфлейте идут. В общем-то, рассказывать здесь про что-то нет никакого смысла. Я вам про это все уже давным-давно говорил. Какие нарекания могут быть у этого автомобиля? Рулевая рейка слабая, короткий ресурс. Подвеску, если кататься по разбитым дорогам, со временем, конечно, можно уж стать, скажем так, мягенькая она. За счет того, что у нас идет доп-пакет Shadow Line, появляются различные скрипы. Вот когда едешь, трется вот эта часть, то есть, да, люди говорят, что ну, поскрипывает. По салону, одни говорят, тоже скрипы бывают. То есть сверчки появляются. Вот он говорит, 17 тысяч, тишина пока что. Не совсем возможно удобная посадка. Машина не такая практичная. То есть если ты человек семейный, у тебя там дети, купишь, будет некомфортно. Тут я не хочу даже останавливаться, сами решите, подойдет она вам, не подойдет. Давайте откроем капот, расскажу пару интересных моментов. Я вам хочу рассказать, сколько нужно вложить денег, чтобы эта тачка стала прям изумительная. Ну, смотрите, 320-я, точно такой же двигатель стоит на 330-й. Различия там есть, но они незначительные. Здесь у нас мозги идут, человек их перешил. Когда он только купил, не было никаких других прошивок, он поставил хорошую, но дорогую. 90 тысяч рублей она им обошлась. Сейчас в автомобиле примерно 270-277 лошадиных сил. Он мерил ее. Паспортный разгон у него сейчас стал 5,8 секунд. Все замеряли по приборам, все это есть. То есть, ну, смысл не верить человеку, когда это наш акционер. Сами видите, машина способна, даже если доработать, доделать, машина и вовсе может поехать там в 5.1, 5.2. Раз. На сегодняшний день, вот мы будем снимать видеоролик про ген-тюнинг, да, коробочку. Сразу вам говорю, я не врун, поэтому видео рекламное. Тем не менее, машину мы тестируем, там, Шкоду с этой коробочкой, реально работает. Что, как, все покажем, расскажем, но это будет чуть позже. В подкапотном пространстве он сделал только чип-тюнинг. Когда вы покупаете, в идеале делать, если вы также будете прошивкой ставить, первые 10 моточасов. Но сейчас появились уже взломанные все эти прошивки. В общем-то, вы можете там и через полгода эту прошивку поставить. Всем тем, кто боится там за дилера официального, если вдруг что-то случается, ставите оригинал, отправляйтесь к нему и качайте права. Все это решить можно. Работает двигатель в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF. Автомат, все вы его знаете. Если бережно эксплуатировать автомобиль, ухаживать за ним, особо нареканий не будет, но как минимум первые 3-4 года, там, до первых 100 тысяч пробега. Гарантия на эти автомобили сейчас 3 года, либо 200 тысяч пробега. Что наступит быстрее? Старший брат поехал. Изначально зеркала идут без электроскладывания, но они с подогревом. Вот он поставил с электроскладыванием, ему это обошлась функция в 60 тысяч рублей. Если это делать у официального дилера, как он сказал, ему там ценник назвали вообще конский, там в районе 100 тысяч рублей. Можете побегать, поискать это в интернете, думаю, найдете дешевле. Лобовое стекло здесь уже стоит не оригинальное, он его ставит под проекцию. Также он сюда хочет поставить себе камеру, которая будет видеть всю разметку, пешеходов, знаки дорожные, комфортно. Сама по себе родная. Лобовуха, она такая, знаешь, скажем так, мягенькая. Многие на нее жалуются, да это как везде. Вот на Мазде то же самое. На многих машинах, там, на японцах, лобовухи штатные идут говнище. Дворники тоже, в принципе, говно. Первые там 30 тысяч ты покатаешься нормально, но потом, естественно, лучше заменить. Будем идти по порядку. Shadow Line открываем. Вот посмотрите интерьерчик, да? Вот присядь, пожалуйста, сзади, просто покажем ребятам, что здесь сделано. По интерьеру. Значит, здесь практически все штатное, за исключением мультимедии NBT EVO. Такая у официального дилера, я вам уже неоднократно вам говорил, стоит в районе 300 тысяч рублей. И то некоторые дилеры говорят, а поставить нельзя. Суть. На сегодняшний день вы можете поставить родную, вот такую же, за 60 тысяч рублей. Меняется полностью вот этот дисплей, блок, и здесь же у нас идет вот управление. Все ясно, понятно, реально очень крутая вещь. Навигацию будет показывать, видео можно смотреть.
Ну, действительно, компьютер самый натуральный. Плюс он себе поменял приборную панель. Вот штатная там, родная, скажем так, она очень простенькая такая. Смотришь, блин, ну вот это совсем другой уровень. Если мы там переводим в режим спорт, например, коробку, все меняется, по-другому машина выглядит. В вечернее время здесь есть подсветки. Ну, знаешь, на самом деле тачка, ну, чисто просто шустрая машинка. Вот на такой машине, знаешь, передвигаться. Сиденье с боковой поддержкой, то есть ты сел, все. Попер. Мы, конечно, покажем, как она поедет, до этого мы даем чуть позже, но вот по интерьеру, друзья, не знаю, я начинаю в нее влюбляться. Если раньше я садился и говорил, да ну какая-то BMW 320, что-то так себе, коробчонка. Сегодня я сажусь, мне кажется, что это классная тачка. Вот если посмотреть сюда, да, вот единственное, что здесь смущает, ну вот тут как-то немного простенько, чего-то хотелось бы побольше, поизысканней. Ну, как обычно, все производители тебе скажут одно, есть пятерка, приходи, будьте поизысканней. 18-е колеса. Можно поставить там 19-е на лето на ранфлете. Тут даже останавливаться не будем, сами все знаете технологии. Вот обратите внимание, переделанный выхлоп от M-Performance и юбка. Очень симпатично смотрится, такое же сочетание идет на 340-й изначально. Когда заводишь автомобиль первые 30 секунд, он так громко, скажем так, работает, прогревается катализатор, но потом нормально. До 2000 оборотов ты передвигаешься по городу со слов владельца. Более-менее тихо. После 2000, естественно, появляется бас в салоне. Если там втопить в пол, то уже будет рыкать. Но если включить режим Sport Plus, он даже простреливает. На самом деле и тачка едет, и звук приятный, и внешний вид. Ну, согласитесь, ребят, 80 тысяч рублей ему это обошлось. Спойлер себе поставил черный. Я спрашиваю, сколько? А, копейки, десятку. Но все равно, знаешь, так, спойлерочек, десяточку. То есть, вот если сейчас все посчитать, сколько он денег отдал. Система НБТ, приборка, выхлоп передел, чип, он вложил в автомобиль примерно там чуть больше 300-400 тысяч рублей. Можно найти дешевле, старайтесь, делайте. Еще же он хочет вложить еще там примерно столько же, но он тут, у него планы грандиозные. В общем, на владельца, на этого оставлю ссылку на его журнал на Drive 2. То есть можете зайти, почитать самое главное, парни. Вот после таких людей машины забирать одно удовольствие. Обязательно подпишитесь на него, кому интересно, вот вторичный рынок таких автомобилей. Пробег у него маленький, за год 17 тысяч. То есть там через 3 года пробег будет 1050. Будет продавать, ну, идеальный вариант. Если вы покупаете вообще автомобиль на вторичке, не забывайте о том, что есть сайт Автокод, это официальный спонсор нашего канала. По одному лишь госномеру вы можете узнать всю официальную историю автомобиля. Самое главное здесь понимать, что он покажет, был ли автомобиль в такси, участвовал в ДТП, есть ли штрафы, залоги, находится автомобиль там в аресте. В общем, всю эту информацию он вам покажет, вам будет проще. Не нужно никуда выезжать, посмотрели по номеру. 349 рублей. Все, и ты понимаешь, стоит тебе покупать или нет. Автокод, ссылку на него оставляю в описании. Какие минусы бывают у таких автомобилей? Немец, как вы знаете, на сегодняшний день качество подупало. Тем не менее, если зайти почитать за новые машины, ну, там могут пожаловаться на лобовуху, могут пожаловаться на рулевую рейку, могут пожаловаться на подвеску, если ее там убиваешь, она мягенькая. Но с другой стороны, это все зависит больше от тебя. Первые 3 года и 200 тысяч гарантия. Приехал дилеру, мозги вынес, все тебе поменяли. Понятное дело, что там через 3-5 лет с пробегом за 100 тысяч будет какой-то ремонт, нужно будет вложиться в машину. Но это, с одной стороны, нормальное явление, потому что немцы тебя подбивают всегда. Не расслабляйся, работай, зарабатывай. 3 года прошло, мы выпустили новую модель, обновись. В общем, я думаю, вы поймете, что для богатой жизни, для хорошо зарабатывающих людей, кто там готов позволить себе вот там на доп. Оборудование 300-400 тысяч потратить там, машина будет дарить зато хорошие положительные эмоции. В общем, по внешнему виду, я думаю, многие из вас поставят оценку 5 баллов. Напишите в комментариях, что вот, смотри, все сделано грамотно, не колхозно. Выхлоп красиво смотрится, сталинг, белое сочетание с черным вот этим шадоулайном, вообще бомба. Ну за что покупают BMW? За их управляемость. Вот давайте с вами прокатимся и посмотрим, какие эмоции подарит этот автомобиль от тест-драйва. Все настроил под себя. Вот раньше я все время переживал за то, что если я поехал на дальнее расстояние, вы знаете, я дофига езжу, что-то приустал, вот так будешь держать ногу, да, рулить, возможно, будет неудобно задевать. Важно комфорт, сами понимаете, на длительное расстояние, там, на перспективу, нужно, чтобы все было на своих местах. Я не знаю, что с ней не изменилось, по сути, мы снимали все то же самое, F30, ничего не менялось.
Ну, блин, как-то тачка стала, блин, в один момент комфортнее. Давайте прокатимся, посмотрим, какие она дарит впечатления. Единственное, чего здесь мне не хватает, это камера заднего вида. Ну, человек, естественно, доставит ее. Нажимаем заветные циферки, чтобы все было красиво. Покажи, пожалуйста, приборку. Можешь показать? То есть показывает мощь, крутящий момент. Поехали, пацаны, поехали. Едем в обычном режиме, в стандартном. Не переводим никакие, ни спорта, ничего. Газку, знаешь, так слегка. Слушай, ну это слегка. Скажу сразу, нажимаешь так плавненько, она такая раз, так задумалась такая, что ехать надо, поехали. Машина, конечно, вот опять же, вот только что сняли Rapid. Садишься в нее, по габаритам тоже сразу все чувствуется. Боковые поддержки, конечно, вот на креслах очень крутые. Железнодорожный переезд. Вот гораздо тише проезжает, вот только что здесь катаюсь. Ну ладно, не будем сравнивать, естественно, Rapid и BMW 320. Факт в том, что за что ее берут? Вот у владельца спрашиваю, нафига купил? Хочу ездить, хочу драйва, хочу динамики, хочу управляемости, хочу получать удовольствие. До этого у него была Octavia 1.8. Соответственно, пересаживаюсь на этот автомобиль, совсем другие эмоции. Вот мы едем, оборот у нас примерно до 2000. Выхлоп вообще не слышно. То есть едешь комфортно, понимаешь, никакого гула нет, тебе там на голову ничего не шумит, не орет, не пердит. Но если газку дать, сейчас у нас будет участочек возможность. 4000, и вот он уже начинает, вот из салона лучше, конечно, слышно, тормозная система. Оп, спокойно, лежачий полицейский, комфортно. Блин, пацаны, ну вы поняли, да? Но вы все понимаете потихоньку. Не хочу сказать то, что это BMW, это болезнь с первого взгляда, любовь с первого взгляда, BMW головного мозга. Мы рассматриваем просто лишь автомобиль. Тачка реально кайф. Вот на лето для города. Почему для города? Вот динамика 5.8 достать. Это говорит о том, что есть возможность разогнаться. Ёпта. Особенно, знаешь, такие прострельщики появляются. Это мы еще даже в режим спорта не переводим. Давайте, так, знаете, аккуратненько сейчас переводим в спортивный режим и ставим спорт плюс. Все, у нас спорт, отключена система стабилизации. Это важно. Нужно быть предельно внимательным, поэтому руль буду держать двумя руками, чтобы сегодня же эту машину не купить. Шутка финт. Все, выключили. Даже кондиционер выключили. Сейчас у нас 40. Газку в пол. Прострелы идут, блин, ну слушай, как бы я только газку даю, уже сотка, это серьезно, ну как бы для города, я бы сказал, это болит. Я не представляю, как люди ездят на машинах, которые разгоняются 3 секунды до 100, ну вы знаете, вот есть там канал Дмитрий Гордей, он себе купил ГТР, там переделал его, носится по городу, все садятся, все охеревают, но там видно по эмоциям, что тачка улетает в космос, то же самое здесь. 5.8 для города, да это за глаза. С учетом того, что у тебя тачка невысокая, она дорогу хорошо держит, рулевое управление отличное, сбалансировано все. Ребята, мне аж жарко стало. Я чувствую, что тест-драйв этот закончится, знаете чем? Что я приеду и начнется это, здрасте, что там у вас, 1 900 000, давайте еще скидочку, а если я трейдин Мазду вам скину, что предложите? Впечатляет, конечно, автомобиль. Все вот эти, знаешь, нарекания о том, что Диман, блин, немец будет сыпаться. Для человека, который просто купил себе машину катать, для него это, конечно, хреново. А для человека, типа вот меня, например, я снимаю видосики различные. Мне любая поломка, как так сказать, контент. Поэтому мне в этом даже кайф будет. Да, друзья, только газку даешь, реально вжимает в сиденье. Оператор тут, блин, болтается вперед-назад весь. И звук, конечно, подбивает тебя еще быстрее ехать. И тормоза, то есть жмешь. Они такие, знаешь, и останавливают, и это все делают плавно. То есть нет такого, что ты прям на тормоз нажимаешь, а она как вкопанная встает. Но с другой стороны, если прям вдавить в тормоз, естественно, встанет. Очень крутые эмоции вызывает тачка. Особенно все то, что сделано здесь, я считаю, это прям в тему. Цена вопроса. Вот 1 900 000 автомобиль, плюс 300-400 тысяч вложить, и все будет прям... конфета. Все сделано будет грамотно, не будет никакого колхозного тюнинга. Машинка будет только дарить тебе положительные эмоции. Ну вот, а тебе по комфорту вообще, ты вот катаешься на ней, тебе, ну, не тесно? Слушай, ну, одному нормально. Ты вот ездил в Тулу с женой и ребенком, тещей, нормально тоже.
Ну, жена как бы тоже, что жена-то вон откинула сиденье и сиди, блин. Вот оператор, тебе нормально? Не, ну серьезно, вот, то есть по комфорту сидишь, то есть нет такого, да, дискомфорта? Мне вот нравится, как спина моя чувствует себя. Кстати, электронные есть... вот эти подушки сдвигаются, которые боковые. Да-да, сдуваются, да, там? Да, там сбоку кнопочка есть. Единственная электронная настройка. Вот 17 тысяч пробег у машины, ну действительно она еще... А, 13 тысяч даже пробег у машины. То есть передвигаешься, она вся собранная, нет такой расхлябанности. Я понимаю, многие скажут, блин, 13 тысяч это ни о чем, это обкатка, считай, только прошла. Согласен полностью, что с ней будет после 100-150 тысяч, вообще пофигу. Потому что он конкретно наш владелец, например, он до такого пробега на ней не наездит, он ее продаст уже. Я бы ее купил, я такой пробег, там, 150 тысяч накатаю, но его лет за 5. То есть 4 года, 5 лет максимум. Блин, надо думать. Поехали делать выводы. Совсем другая машина сразу стала. И обзорность хорошая, и сиденье комфортное, и места, в принципе, достаточно. Если посмотреть вот просто по габаритам, вот я вам выведу на экран разницу. Там от Mazda, она покороче машина, чуть поуже, чуть пониже. То есть разница такая, знаешь, в миллиметрах. Понятное дело, с одной стороны, уже плюс в этом вижу. Парковаться будет удобнее. То есть, понимаете, да, когда машина начинает нравиться, начинаешь уже оправдывать все. Говорит, это нормально, скрипы решим, рулевая поменяем. То есть, ничего страшного в этом нету. Друзья, тачка, конечно, впечатляет. А какие тут делать выводы? Нужно собирать бабки, если хочется драйва, если хочется покататься, и ты прекрасно понимаешь, что автомобиль ты покупаешь на 3-5 лет, накатаешь за этот срок, ну, максимум 120-150 тысяч. Я бы, вот, честно говорю, я бы не зассал, я бы взял. И более того, что тут я бы взял бы, я думаю, надо ехать в BMW, делать оценку на трейд-ин своей Mazda и занимать позицию кобры, которая выжидает. Потому что до конца года, я думаю, будет хорошее предложение. И вот такой же цвет я бы себе этот автомобиль забрал. Что скажете вы? Мне действительно интересно. Пишите ваше мнение в комментарии. Напоминаю, что на владельца этого автомобиля я оставляю ссылку на драйв. Можете зайти. Я ошибся. 13 тысяч пробег у него за год, а не 17. Машинка интересная. Много чего он с ней еще хочет делать. Поэтому теоретически он это делает для тебя. Через 2-3 года ты себе ее заберешь в полном, скажем так, фарше. Друзья, обязательно подписывайтесь на инстаграм нашего канала. У нас очень много различных интересных роликов представлено. Снять. Будем делать, будем стараться. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Чао, пока.